Где в Белгородской области появятся новые дороги? Какие мосты и путепроводы ждет капитальный ремонт? Каким районам ИЖС будут проложены подъездные пути? Чем латают ямы на дорогах региона сейчас и насколько дорожная инфраструктура может влиять на безопасность движения? На ваши вопросы 21 марта в 19:00 в прямом эфире ответит министр автомобильных дорог и транспорта Белгородской области Сергей Евтушенко. Трансляция на телеканале «Мир Белогорья», на радио «Мира Белогорья», на нашем канале YouTube и в группах в соцсетях ВКонтакте и Одноклассниках. Вы можете уже сейчас оставить вопрос на автоответчике или задать его в прямом эфире по телефону в Белгороде 78-78-01. Оставить вопросы в группах «Мира Белогорья», ВКонтакте и Одноклассниках. Прямой эфир 21 марта в 19:00 на «Мире Белогорья».